Звучання серця. Работа называется «Кафе у бобра». Каждый день в 20 вечера за синтезатором появляюсь я. Играю много старой совковой херни. Женщины просят про гранитный камушек грудить. Мужики заказывают водительский централ. Однажды один ее 10 раз подряд заказал. Как бы я ни смотрел, работа не фонтан. То ли дело у моего друга пианиста, начальник был Жора Коронян. Вообще я с высшим музыкальным образованием. Родители хорошо занимались моим воспитанием. Но лучше работы я так и не смог расти. Тут или лапу копыть, или двор вести. Программа типичная, не дать не взять. И каждый день кто-нибудь нажирается и начинает ко мне приставать. И чтобы как-нибудь разнообразить собственный трек-лист, я решил запеть свои песни. Ведь я голосист, сочинил песню, пою иногда для местных армян. Песня про то, как город закрыли. Слезливая такая история с простым припевом. Еду в Магадан, примерно так. Еду в Магадан. В Магадан. Слушай, братан, а кто это поет, а? Еду в Магадан. Чё в натуре твоя песня, не свистишь? В Магадан. Слушай, ну красава, вообще не ожидал от души. Еду в Магадан. Песня дерьмо, конечно, но местным нравится. Они говорят, у меня талант, я должен прославиться. Уже толпы народы, там в кафе у бобра находят. На все ждут на персону, все меня встречают на ура. Хозяин бобра доволен, бабки бегут рекой. Уволил сессионную певицу, повысил мне ставку. Ты говоришь только «Вася, бой!» Вася, бой! А песни мы начали продавать рингтоном. На концерты приходят люди в погонах. А что это после побежа звучит по годам? Я реально поднялся, я реальный пацан! Еду в Магадан! Давай, братан, для нашего Сулика еще раз лучше! Еду в Магадан! Давай, брат, давай, землячок, быть с тобой! Еду в Магадан! Вот и на покатнике пою этот трек. Потратить счастлив, урбисывает мечеть. Рекомендует меня всем своим друзьям олигархам. Вы слышали, он рекомендует меня всем своим друзьям олигархам. У меня песня Гуда, у меня золотой граммофон. Я не верю глазам, но это не сон. И вот министр культуры поднимает стакан. И вы не поверите, из его айфона ИГЭ победоносно. На все министерство культуры звучит все вместе. Еду в Еду в Магадан. От души расту. Еду в Магадан. А давай Ростов на дату жестичок. В Магадан. А как нет, то расту того от души Васильки Обломова. Еду в Магадан. Но, к сожалению, я так и остался автором одного хита. Одного до такого, который знает вся наша необъятная страна. Друзья, давайте с моим поклоном ладоши эту великую песню. Все вместе, кому? Кому не стесняемся? Еду в Магадан. Если нормальные песни в конце концов. Еду в Магадан. И то, что там вот без нас значит боящих и заняв тих. Еду в Магадан. Простой и понятный каждому человеку смысл. Еду в Магадан. Для минор, то мажор, то мажор. Все. Еду в Магадан. Давайте сделаем с девушками фотографию на память. Жека, приди к нам. Фотографию на память с девушками.